Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмишплей, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение Fallout New Vegas. В прошлой серии, насколько помню, мы все барахлишко наше раскидали, и теперь нам нужно выдвигаться дальше. Планы на эту серию, я хочу добить квест с ЭД, его можно прокачать, его можно улучшить, это можно сделать несколькими способами. Я все ждал момента, когда же это произойдет. Помнишь, мы там всякие записи слушали и прочее. Можно попробовать сейчас гонять к Братству Стали вот этот рыцарь Лоренцо, который нам давал квесты на спасение. На спасение бункера Братства Стали, он же может и прокачать ЭД. Поэтому прямо сразу, не отходя от кассы, Хинденвейле возвращаемся. Можно было бы, конечно, с собой взять кусь, что продать им. А ладно, потом. В другой раз. Я сегодня такой немножечко вяленький, чуть-чуть такой уставший. Очень плохо спал, я так не выспался сегодня, просто кошмар. У меня был выходной за очень долгое время, я думал, я как посплю до 12. Я в час лег и думаю, вот я сейчас вот до 12 буду топить до упора. Я проснулся в 6.50. В 6.50 я проснулся, и я не мог уснуть. Я себе еще 2 часа заставлял уснуть дальше, и не получилось. И я, знаешь, самое смешное, я хочу спать, я хотел утром спать, но я не могу спать. Я ложусь спать, и я не сплю. Это просто какой-то нонсенс. Ужас просто какой-то. Никогда в жизни с таким не сталкивался. И это отвратительнейшее чувство. Поэтому сегодня такой буду чуть-чуть... Ныть чуть-чуть буду. Вот вы где. Часть из нас хотела бы поблагодарить тебя за верную дружбу с братством, так что мы отложили немного спасибо. Мы оставили парочку в ящике в углу. Паладины не желают использовать переработанные патроны, так что никто не будет против. Спасибо, что скинули мне свой мусор, бля, класс. Ящик в углу вот этот? То есть периодически я буду к вам заходить забирать. Спасибо, бля, поклон в ноги. Где Лоренцо? Да погнали. Хорош притворяться тут. Так, мне надо для начала перейти в какие-то двери. Вот сюда, насколько я помню. А потом там найти Лоренцо. Так, ты мне ничем не поможешь. Ты мне ничем не поможешь, потому что, я иду дальше. Я прохожу так. Рыцарь вроде с этой стороны, Лоренцо. Писец. Писец, братство. Я не знаю, мне так смешно с этого. Так, Лоренцо, ты? О, приятно видеть тебя снова. Чем могу помочь? Мне нужно кое-что починить. А, подожди, не. Блин, это опять за бабки. Ну ты про бабки все тоже, да? Ай, все, я чиню себе броню. Мне не хватает 1300 на боевой шлем. Ну, ничего страшного. А как ты мне починишь это? ЭД может почини, нет? Дай с ЭД поговорю. Попискивает. Может быть, начать запись про это, воспроизведение? Продолжить, бла-бла-бла. Нет? Тебя не заинтересовало, браток? Тебя не заинтересовало. Мне нужно кое-что починить. Почини ЭД, пожалуйста. Я собирался этот сделать. У меня, может, баг какой-то? Должна была начаться задача. Сейчас я быстренько проверюсь. Так, в Новаке первая запись проскакивает. Потом... Пам-пам-пам-пам-пам. Дорог. Вторая у старушки Гибсон, мы там были. Так. Так, а вот вторая запись. Радио ЭД. Подожди. Подожди, он должен был, ну, типа, Лоренцо. Я, когда уставший, я перестаю выговаривать букву Р нормально. Это как-то очень странно. То есть после второй записи, через там двое суток, со мной должен был сам связаться рыцарь Лоренцо. Вот, ну тут так и написано. Как и первый раз, по окончании проигрыша второй аудиозаписи ничего не произойдет, и курьер вместе со своим робоглазом может продолжить путешествие. Однако уже через 2 дня ЭД вновь... Опа! Hello? Hi, are you there?
Алло, алло, как меня слышно? А, точно, вы же не можете ответить. Слушайте, я использую этого робота, чтобы передать вам сообщение. Я поймал в эфире необычные разговоры про вашего робота. Кажется, у него есть информация, которую мы могли бы использовать. Ой, извините, я забыл представиться. Я Лоренцо, рыцарь братства Стали. Нам было бы очень любопытно изучить этот образец. То есть просто... Привет. Извините, что влезаю. Было бы очень интересно. Не хочу вас задерживать, но у меня встречное предложение. Я представляю последователя Апокалипсиса. Мы куда с большей готовностью делимся информацией и технологиями, чем эти люди из братства. Принесите своего робота нам, и посмотрим, что за информацию из него можно извлечь ради общего блага. Последователи Апокалипсиса могут починить ЭД? Не понял. О, прикол, подожди, получается, братство прокачивает броню ЭД, а последователи Апокалипсиса прокачивают его оружие. Ну и кого мне, и куда мне тебя занести, родной? Ладно, погнали к последователям. Всегда прокачивало братство. А знаешь почему? Короче, что сейчас я сделал не так? Просто не выждал двое суток. То есть я, оказывается, со всех еще, с той еще записи, когда я был на Гелиус 1, это сколько было серий назад? Я ни разу... Еще не прошло двое суток игровых. Вы что, с ума сошли? Я ж проматывал время ни разу. Вот сейчас я промотал. Через двое суток со мной связывается братство. А, ну я всегда сразу к братству бежал. А через еще какое-то время связываются последователи Апокалипсиса. Я просто про них даже не знал. Давай сгоняем к ним. Я никогда с ними не работал. Медвежье ружье. 70+. Как 70+? У меня есть такая же вот карабин... 44-й магн. Подожди. 44-й магнум. Почему я 44-77 всегда покупаю? Ой, 45-70, вот это оружие. Я покупал всегда оружие для медвежьего ружья. А у меня карабин следопыта. Легкий пулемет. Вообще кайф. Я бы купил себе легкий пулемет. У меня силы не хватит его тягать. Ну давай медвежье ружье куплю. Урон 70+. Да что, берем. У меня сейчас, знаешь... А, мне не хватает крышек. Продадим карабин... Не, карабин следопыта не продам. Не есть что-нибудь с собой? Мне надо что-нибудь продать им. Давай продадим какие-нибудь патроны. Какие патроны мне не нужны? Мне точно не нужны эти патроны. Я не... Ну, я 100% до конца игры 25 гранатометных выстрелов. Я еще сейчас заработаю. В смысле еще я должен 1000? Гранаты 25. 80 крышек? А, подожди, топливо для огнемета самодельное. Ай, забери его просто, чтобы не валялось у меня. Ой, энергетическую батарейку забирай. Я электронные заряды, это все-все-все-все-все я не пользую. Я не... О, 500 у меня уже собралось микроядерных батарей. Нормально, еще 400 крышек мне, пожалуйста, сюда, чинасос. Так, какими патронами я пользуюсь для дробовика, чтобы я случайно ни те не продал? 12-м. 20-й можно продать, значит. Боезапас. 20-й калибр. Продаем. 12-й это мои. Я не отдам. 50 БМ. Без... А я вот покупал 45-70 всегда. А мне даже был 44-й калибр. Блин. А я думаю, что так мало патронов у меня для следопыта. 22-й ЛР. Ну, у меня их немного. И 223-й какие-то. 9-миллиметровик забираю, точно не скоро буду. 5 миллиметров армейский не работает. Просто 5 миллиметров стоит сколько-то там крышек. 5,56 пока нужен. И, наверное, 10-миллиметровый тоже нужен. Так, слушай, а тебе ничего не надо? А я все скинул, я все скинул. Так, медвежье ружье есть у меня уже. Будем сейчас его испытывать. Я хочу еще легкий пулемет на самом деле. Силу надо прокачать. А сколько у меня силы? Thanks. Покеда. Сколько у меня сил вообще? Где это? Спешл? 7! Я покупаю пулемет. А знаешь почему? Потому что я когда качну уровень, я выберу возможность качнуть спешл и качну на 8. И я, знаешь, у меня просто еще в голове сидит тот неудачный поход в этот. 5,56 надо купить. Тот неудачный поход на гору Блэк. У меня в голове сидит, что надо все-таки прийти и дать пиздюлей как следует. Так, гильза мне не нужна, боезапас. Давай 5,56 сюда. А у тебя так мало их. Почему у тебя так мало патронов? Это просто ужас какой-то. Вот он, 44, ёпт. Я 45-70 беру всегда. 1400, ты чё? Ладно. Покупаем. Еще эти возьмем. Это я буду собирать ресурсы на поход в этот, на гору Блэк.
Они меня просто когда-то у меня не получилось там пройти, и это все равно сидит в голове. Это все равно сидит в голове, что, ребятушки, я до вас доберусь, типа, понимаешь? Бун, ты где? Ладно, похер. Возьми, пожалуйста, пока таскай карабин следопыта и пулемет. И крупнокалиберную. То есть я тебе доверяю свой арсенал. Да 10. О, подожди, 5.56 это стреляет тот самый. А еще и легкий пулемет им стреляет. Тогда пока я не буду ходить. У меня будет пистик, ружье. Вот такой набор чемпиона. Погнали. Погнали к последователям апокалипсиса. Только куда мне нужно к ним идти? Эде, любовь моя. Обожаю этот квест. Вот, последователи апокалипсиса. Где они? Восточные ворота Фрисайда. Нам надо вернуться там, где-то были последователи апокалипсиса в Фрисайде. Да, я не помню. Погнали. Так, патрончиков вы мне еще оставили? О, спасибо. Я ими не пользуюсь, я буду забирать их и продавать, потом бегать. Все. Не знаю, что купить торговца, у него нету крышек, покупаю у него патроны. Они ничего не весят, и можно их... Ну, они как бы не сильно обесцениваются. Это вообще прям совет на все времена. Вообще, во многих играх так и делаю. Покупаю патроны просто, грубо говоря. Ну, меняю на патроны. Какие-то шмотки, а потом просто продаю патроны. Это не так выгодно, конечно, как поменять на крышки. Подожди, я хочу посмотреть оружие. Медвежье ружье. Модификация есть. Кованая коробка. Улучшает состояние плюс 50. Вау. Там опять этих скрейсер от скорпионов гасит. Правда, 6 патронов, обрати внимание только. Чего здесь забыли эти, ну, робоохранники, я не представляю. Визуальный контакт. Ты кого стрелял? Кого? Ну, я хотел кого-нибудь убить. Я сюда бежал испытать пушку. Ладно. Ладно, ну все. Тихо. Ты на меня? А, не. Дайте мне... Фраг забрали. Забрали фраг. Я хотел выстрелить кого-нибудь. Ладно, погнали сейчас к последователям апокалипсиса. К оружейнику может... А, у меня нет денег. Смысл мне тут иметь. Что мне? Что я ему продам? Ничего ему продавать не буду. Я бы что-нибудь купил, конечно. Можно набрать с собой дофигище? У меня в схроне там оружие лежит целая куча. Брони лежит целая куча. Можно всю эту кучу забрать, завалиться как-нибудь к оружейникам, закупиться патронами. Это вот будет поход на гору Блэк. У меня будет. Я до них доберусь. Я до них доберусь. Если честно, я хочу вот качнуть сейчас ЭД. И эти апокалипсис мне, получается, качнет оружие для ЭД. И я хочу наведаться на гору Блэк. Именно пулемет именно для этого мне и нужен. Слушай, побазарим? Нет, побазарим. Побазарим. Сохранение пошло. Нормально. Я стал врагом. То есть я на мирного ж напал. Должен был врагом стать. Членовредитель. Стой. Стой из 100. Я просто чуть-чуть это поугараю. Этот. Как его? У нас же сохранение быстрое для этого и предусмотрено. Изгой во фрисайте, вау. Вау. Ну как башка у него разлетелась. Это я просто испытываю пушку. Ну, руки чешутся. Я хотел на рад скорпионах, но мне не дали. У меня забрали фраг. Блин, да он прям шотает в этот, в корпус. Хорошая пушка. Правда, прицел мне не очень нравится. И патроны. Ладно, загружаемся. Все, живите. Живите, ребят, все. Я больше не буду так. Доброго дня, господин. Знал бы ты, что с тобой произошло в прошлом сохранении. Я погнал дальше. Кого валить? А, разбойников. Бун, хорошо сработано. Я даже не среагировал, если честно. Это форт какой-то, реально. Там еще он какой-то флаг стоит, прикол. Вообще не помню их. А, подожди, это же те чуваки, которые на Гелиус 1 были. Последователи апокалипсиса. Все, точно. Помнишь, на Гелиус 1 мне там чувак что-то подсказывал? Распределить энергию по всем. Так это. Может, сейчас какая-то монетка мне упадет, нет? Крышечка там. А? Водичка вкусная. У них гули есть. Здорово. Ты меня вызывала? Спасибо за визит. Давай поговорим о роботе.
Зачем он тебе нужен? Я слышал по своим каналам, что в нем могут храниться данные исследований, касающиеся Анклава и Посейдон Энерджи. Я хочу получить все, что возможно, использовать эти данные во благо человечества, в отличие от братства, на благо всего человечества. Да, окей. Ладно, можешь взять его ненадолго. Спасибо, я верну его как можно скорее, причем с улучшенной системой вооружения. Братство стали, получена дурная слава. Бля, я так старался. Ай, да идите нахер. Братство стали, реально дурная слава получена. Ну, это знаешь, ты приходишь в какой-то момент, ну, на тот уровень игры, что ты уже не можешь делать какие-то действия для одной фракции, чтобы не навредить другой. Это как с этими. Это как в четвертом Фоллочи было с подземкой, братством и... Ну, со всеми, короче. Ты мог... До определенного момента ты мог играть за всех. Ты мог быть в институте, в подземке, в братстве, за всех выполнять квесты, все было хорошо. Но в какой-то момент тебе придется двоих из них убить. Так, а где мы... Где Эде? А еще рано? Подожди. Ты так долго его будешь держать? Несколько дней. Уже 72 часа прошло. Это сколько дней? Еще 72 часа? Ну давай неделю подождем. Давай подождем еще чуть-чуть, ну ладно. Так уж. Верните мне главного робота, а то я тут всю базу разнесу к херам собачьим. Поверьте, у меня есть легкий... А, легкий пулемет у ЭД остался, у меня нет легкого пулемета. Может мне из базы выйти надо? Уже как бы, ну, 6 дней прошло. Надо выйти из базы, наверное. Выйти и подождать еще трое суток за пределами базы. Бун, что делать будем? У нас робота забрали. Fine by me. А вместе с ним и все крутые пушки. Ну я сохранение возьму. У меня же есть быстрое сохранение здесь. Перед тем, как я зашел в форт. Тогда я братцу стали отдам. Да, там братцу стали. Тогда будет броня. А я еще на горе Блэк, я вызову рейнджера себе. Вызову обязательно рейнджера, если получится двоих. Пойду... А, и надо будет вызвать еще поддержку этого. Себе купить стимуляторов. Ну вы живущие сволочи. Перезаряд. Ладно, Бун, давай, добей его. Я только броню себе поремонтировал. Только поремонтировал себе броню. О. Ну, меня еще, знаешь, что пугает? Что как бы меня до сих пор не вызвали забирать робота. Заходим обратно, я пойду сейчас искать ее. Прикольная пушка вот эта медвежья, но как-то она медленно стреляет. Она стреляет как-то достаточно медленно. Где это? Чувиха. Бля, пацаны, вы чё? ЭД мне верните. Я сейчас реально всю базу сковырну. Ты? Нет. Ты тоже точно не с ракезом была. Сколько дней уже прошло? 9 дней прошло. 72 часа это сколько? 24. Да, это 3 дня. Трое суток я стою жду. Мне не нравится. Мне очень сильно не нравится. Спать не могу. Неплохо она, кстати, здесь устроилась, да? Такое. Личный такой номер. На первом этаже как бы практика. Ну, я не знаю, что сейчас делать. Сходим к этим, давай, к... Продадим пушки, которые я сейчас взял. Кто тут есть эти? А, они не тут. Не благодарите. А ты что стоишь, что делаешь? Воду пьешь?
Он NPC пьет воду, серьезно? Смотри, как херачит. А, не воду. Виски. Пьяница. Ха-ха, ну все логично. В принципе, все логично. Бичик, здесь был магаз или не здесь? Или я что-то путаю? Не, не здесь точно. А, фрисайд. Все, я вспомнил. Мы сейчас придем к магазу. Мы сейчас придем к магазу. Мы были в... Магаз же во фрисайде у них. Вот он. Здорово, парни. Может, вас всех тоже разнести? Не хочу, ладно. Я вам продам пушек, куплю, может быть, у вас стимуляторов. Если мне хватит денег. Стимуляторы дорогие. Стимуляторы стоят бабок. Welcome back. Товар, дай, пожалуйста. То, что ты мне там давала какое-то задание когда-то, меня абсолютно сильно не... 200 крышек, у тебя больше денег нет? Ой, вообще дела плохо идут. Шлем, разведброня, классно. Помощи нет вообще. Ну, помощь отсутствует. И только эти, только энергетическая. Ой, да иди ты нафиг. Пока. Бедные торговцы. Пару крышек, пару тысяч должно точно лежать. А здесь есть еще торговцы где-нибудь? Мне показалось. Блин, сколько ждать нужно? А, улучшение Д завершено. Почему у меня нет этого, не отображается на карте? У меня написано в пибое завершено, не залагало ли оно ничего, а? Почему у меня нет отметки в этом? Показать локацию. Придется, наверное, сейчас перезапускаться. Они, может быть, не учли, что чуваки могут нажать Т на клавиатуре и подождать тупо внутри форте 72 часа. С кем побазарить? Куда кто? Так, не ты. Привет. Если тебе нужна медицинская помощь, это не ко мне. Я просто исследователь, даже очень успешный. Что за исследование? Да так, поиск альтернативного лечения для распространенных заболеваний и ранений. Стимуляторы, сока кактусов и прочая фантастика. Пустая трата времени, но с очень благородными целями. Звучит не слишком оптимистично. Я бы и рад помочь людям, но... что-то там. Ниги что? А, прошу прощения, нет ничего нового под солнцем. Если бы Авагада и Мескит творили чудеса, индейцы бы это выяснили пару тысяч лет назад. Ладно, пока. Подожди, что еще раз? Еще раз? Какие именно... Так, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Блин, там был диалог, что ты знаешь о Цезаре. Я подумал, может, ему будет интересно куда-нибудь вывести этот диалог. Где ЭД? Так, давай загружаться. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Фрисайд, а вот он. Это ерунда какая-то. Это какая-то ерунда. Попробуем еще раз. Не, попробую еще раз. Я хочу улучшенное оружие для ЭД. Кто враг? Головорез. Чикапау, говорится. Членовредитель. Калечит там всяких этих. Ладно, ребят, ну, он бандит был. Он был бандит. Так, ЭД со мной сейчас. Я просто, понимаешь, я выбрал между братством и апокалипсисом только... Апокалипсис только из-за того, что они делают... Круче пушку у ЭД, она мощнее должна стрелять, больнее бить. Так, еще раз, Эйприл. Спасибо за визит, бла-бла-бла-бла-бла, зачем он тебе нужен? Ладно. А, она исчезла! Я думал, что типа, я прослежу сейчас, куда она пойдет, чтобы проверить. Давай это... Ой, надо было у ЭД еще оружие забрать, наверное. Так, туда... Выйдем из города просто. Howdy. Привет, говорит. Ты кто? Орис. А, эти короли. Здесь есть банда королей. Я вообще никогда с ними квесты не особо любил. Мне вообще фрисайд сам по себе место не нравится. Это такая дыра просто. И неприятно здесь время проводить. Северные ворота у меня теперь будут отмечены. Отлично. Сейчас куда-нибудь отойдем здесь подальше. Заныкаемся и будем ждать. Ой, заколк. А, она мне нужна. Все, Бун, сторожи меня. Да ёб твою мать. О, 72 часа.
Представляешь, как тупо это трое суток просидеть на корточках за мусорным баком? А как Буну? Он же сидит, он-то в сознании, я-то отключился. Для него эти трое суток так и проходят. А если нажать отмену, интересно, он обратно время отмотает? Еще надо несколько дней, погнали. Чего не работаешь? Просто почему она не появилась в... Там было написано, что улучшение завершено. Почему она не появилась? Мне же так пить хочется сегодня, просто ужас какой-то. ЭД вернули в Прим. А, в Прим вернули! Да ты чё? Да в какой Прим? Я брал его не в... Ну ладно, изначально брал в Приме. Хорошо, я заметил эту надпись сейчас. Я ж первый раз его... Что? Я в первый раз его, наверное, просто не увидел. Вот. Так, где лагерь под... Вот же Прим. Погнали. Боже мой, красавчик будет в Приме. Все. А сейчас мы забираем ЭД. Идем, забираем хлам из нашего хранилища. И пистом к оружейникам. И закупаемся боеприпасом. Тогда я, кстати, пока помню. Надо еще этот сделать себе. Помощь. Радиостанция. Припасами. Так, аварийная частота, бла-бла-бла. Где-то оно. Джокер. Подожди, во. Да ёпта! А, уже выбрал. Я не... Тогда выбрал, сейчас не выбрал. Побежали. 80 метров. Интересно, откуда у них свет? Откуда свет здесь горит? Вряд ли они бы стали тратить какой-нибудь генератор просто для этого. Просто для того... А опыт дают не за аварийную частоту? Представляешь, еще бы обузить можно было опыт. Ладно. Представляешь, если бы они тратили какой-то генератор на то, чтобы вот этот поваленный столб подкидывать. Попискивает. Во, дали опыт. Протокол, начать выполнение. Кстати, внешне он не изменился. Если его братство дать, он внешне... А, у него пушка, наверное, побольше стала. Все, погнали. Уровень будет какой-нибудь, нет? Ладно, не будет, погнали. Поехали дальше. Поехали по плану. Есть планы, надо его придерживаться. Карта мира. Где мой Новак? А потом сразу телепортируемся на гору Блэк и устраиваем там просто Афганистаном. Просто устраиваем и там вообще жесть устраиваем. О, я гранат еще надо купить. Надо еще купить ручных гранат. Если бы я мог пользоваться каким-нибудь гранатометом, я бы купил еще гранатомет. А, старатель. А что у тебя за пушка, старатель? А, такой же, как у меня, кстати. Такая же, как у меня. Интересно, как быстро я выпущу 500 патронов из ручного пулемета. Так, я забираю у тебя легкий пулемет и крупнокалиберную. Тот самый тоже забираю. Оружие. Сейчас я тебе отдам. Этому на продажу пойдет. Обычную... Не, оставлю. Это вот забирай. Ну, я немного с собой потяну. То есть я с собой потяну конкретно то, что мне будет нужно. Здесь мы будем что-то продавать. Карабины продадим. Один. Или сколько он там был по состоянию? Нет. Гатлинг лазер, пушка Тесла. Гатлинг лазер. Блин, это 100 энергооружия. Я никогда его не соберу. Это нужно четко понимать, что, к сожалению, я никогда его не соберу. И все. Все, не трави мне душу, все. Это мы все на продажу. Продадим нафиг. Кожаную броню, это усиленную. Один оставлю. Шлем патагонщика пускай пока валяется. Все, забираю. Силовую пока не буду продавать. Т-51, кстати, я достал. Одну силовую продам. Все, у меня будет... А, нет, давай знаешь, как продадим? У меня есть одна обычная Т-45, есть Т-45 братства. Шлем и Т-51. Есть шлем Т-45 и шлем Т-51.
Рюкзаки я не буду продавать, комбинезоны тоже. Ну и все, в принципе. 300 килограмм всего-то. Всего лишь 300 килограмм. Так, что мы тебе скинем на продажу? Вот так вот. В принципе, какая разница? Я же могу телепортироваться и с перегрузом, правильно? Зачем я тогда все это отдавал? Давай сейчас попробуем телепортнемся. Мы к оружейникам. Где они? Где-то тут. Нет? Во. Не, нельзя. Я перегружу быстро, путешествие недоступно. Тогда Бун, держи. Держи, Бун, тебе подскину немножко броню, разведброню. Блин, братан, ну ты меня чуть-чуть... Вот у меня осталось-то всего лишь до 160 дойти. Телепортируюсь. Ты переоделся во что-то? Эй, дурашка. А может ему разведброню оставить? Но она ему не идет. Она ему вообще... У меня есть, если что, запасная разведброня. Он еще шлем этот дурацкий напялил. Бун, ты дурачок. Пулестойкость у той брони, которую я тебе изначально давал, больше, чем у этой. Fine by me. Покажи мне, пожалуйста, что ты там напялил. Разведброня ПУ 12. 14. Скрытность плюс 15. Да не, успокойся. Вот так вот и сделаем тебе. Очки надо вернуть, точно, он же без очков вообще странно смотрится. Я у тебя случайно очки забрал, сорян. О, так-то лучше. Так. Сейчас надо постараться не продать лишнего. То есть я набрал много всего, надо очень постараться лишнего не продать. Даров, даров. Покажи, что на продажу есть. Покажи оружие, какое у тебя присутствует сейчас. Пу-пу-пу, колыбельное, класс. Медвежье ружье. За 8000. Да иди ты нафиг. 87 плюс, это, конечно, круто. А сколько у тебя, а сколько в обойме? 6. Так подожди, это ж у меня есть такое. У меня ж такое же, ёпт. Так у меня 70 урон, потому что в не очень хорошем состоянии. Самозарядная винтовка. 308 калибр, урон 56. Нет. Китайский автомат, ну, я такие видел. Рычажный перезаряд. Охотничий у меня есть, полицейский. О, ты посмотри, какая у него обойма. А сколько стоит? 9000. Да ну иди ты. Ну ты, блин, как угораешь, что ли. С глушителем тоже забирай, мне надоел. Карабин следопыта. 48 урон, здесь 70. Но это разный калибр. У меня все равно 44-го магнума нету, все. Если что, достану где-нибудь еще. Так, боевую забирай, карабин забирай, это мое, мое, мое. Забирай, 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 забирай. Забирай. Теперь костюмы. С костюмами проще, то, что мне надо, не надо продать, у меня как бы... Блин, 300 всего лишь. Да ты чё ты... А, подожди. Забери это. Может, из боезапаса... Давай 10 миллиметров продадим полностью. 800 уже получше. 5 миллиметров. У меня есть что-нибудь на 5 миллиметров? Армейский он не, типа, не стоит ничего. Не, нафиг. Да вообще, слушай, зачем мне это оружие армейское? Смотри, какие патроны. Оно, типа, ухудшает состояние оружия, разброс, урон. Пу. А, или... А, я не знаю, короче. X3 это в лучшую сторону или не в лучшую? Так, ладно, оружие я твое... Блин, дай еще раз посмотрю, что у тебя из пушек есть, а? Оружие. Хочется, конечно, какой-нибудь что-то... О, 12,7. Пистолет 12 калибра. 6600, да иди ты лесом. Я потом найду. Я потом найду где-нибудь точно. Ловец снов, 91 урон. Это типа медвежье ружье, но 33 тысячи, не смеши, нет. Да все, мне пулемета хватит. Так, давай мы возьмем боезапас. Мы возьмем 5,56. 56 всего лишь патронов. Ну давай бронебойник брать.
Давай возьмем еще 308-го. Потом экспансивные. Давай. Потом возьмем 45-70 патроны. Экспансивные тоже. 50-й калибр возьмем. Бронебойный возьмем. Взрывной 1,67 стоит, представляешь? Не буду брать. Дыхание дракона. У меня 12-й калибр есть для дробовика. Мы сейчас просто идем в очень опасную ситуацию. Шарик для пневматического ружья, ладно. Гвозди. Мы идем в опасную ситуевину. Мы идем на гору Блэк. Мне надо что-то крутое. Миниган? Ну, у меня силы не хватит. Типа, если бы у меня сила 10 была, можно было бы взять миниган и повеселиться. Но у меня минигана нет. Полицейский дробовик. 9000, у меня нету столько. У меня типа 1400. Все, покедос. Покедос. О, я знаю, что еще придумал только что. Знаешь, что я сейчас придумал? А, я хотел силовую броню надеть, но я вспомнил, что у меня в силовой броне вряд ли будет ПУ лучше, чем в моих костюмах сейчас. Пойдем посмотрим, я освежу в памяти, скажем так. А я уровень не вкачал, чтобы пользоваться этим легким пулеметом. А, я только вспомнил. Я не могу взять легкий... В смысле, могу взять легкий пулемет в руки? Прикольно, а что его взять? Он же, типа, сила 8. А у меня силы нет, 8. Типа, написано сила. А подожди, у меня сколько сил? У меня 7 сил, скорее всего. Не, у меня 7. Ну ладно, дало и дало, все. А подожди, не меняй, возьми меня обратно. А и здесь тоже сила 8 нужна. Вау, ладно. Какими патронами? Давай сейчас, у меня есть разрывные? Для этого. Разрывные. Взрывной, 4 патрона есть для него. Хорош. Я начну зажигательный. Я, короче, с тяжелого калибра буду начинать. Это будет вообще... Это будет... Я подготовился. Сейчас или никогда? Я не знаю, когда я еще в лучшем состоянии буду. Когда мне будет лучше снаряга, чем сейчас. Так, дай посмотрю. Восстановленная. Где? Я восстановил... А, вот она. ПУ-13 всего лишь. Блин, так у меня ПУ лучше. Все, тогда нападаем. Нападаем на гору Блэк. Пойдем их расковыряем всех. Где задание? Так. Сумасшествие. Вот, сумасшествие. Да, это сумасшествие будет. Не сюда, мне надо наоборот сюда. А давай сразу на гору, наверх. Мне отбилось оно, что туда можно попасть. Я очень надеюсь, что тех мутантов, которых я завалил до этого, здесь не будет, они не отрисуются. Просто вот так вот. Тихо, тихо. О, ну да. Они здесь. Короче, я очень зря полез. Очень зря полез, не с той стороны. Ладно, меня сейчас убьют, я сделаю все по-другому. Так, дай пулемет. Я просто в кучу запрыгнул. То есть все, что я... Ладно, это было весело. Так. Ну, сейчас оружие помощнее. То есть я достаточно долго продержался, на самом деле. Ой, выйти. Все, пацаны, тогда мы идем от хижины. Берем снайперки, вот это все, будем отстреливать всю эту мразь. Мы дойдем до горы Блэк. Это задача сейчас. Я помню, как меня там унизили. Где она? Хижина Нила, погнали. Я тогда не смог. Я пока мы их не вырежем всем, я не успокоюсь. Бун. Я, конечно, понимаю, это офигенный снайпер. Но взял бы ты лучше у меня крупнокалиберную винтовку. Нил, здорово, ты меня предупреждал сюда не ходить, да? Пойдем с нами. Все еще шатаешься вокруг. Я попытался еще раз красноречием его взять. А у меня есть, кстати, журнал красноречия с собой? Может быть, есть. Представляешь, было бы круто как. Помощь. Не-не-не, не здесь. Книги, журналы. Речь плюс 20. Это речь или красноречие? Давай пробовать. Все? Still hanging about?
Опа. Есть! Помощь улучшит мои шансы. С помощью все может пойти. Ладно, если справишься с дорогой и встретишь меня наверху, в деревне недалеко от вершины, тогда продолжим разговор. К моменту встречи у меня будет план. Если будет встреча, удачи тебе. Будет гораздо труднее добраться наверх. Короче, не зря журналы с собой тягаю. Учение свет, не учение тьма. А что я хотел еще? Я что-то хотел еще, по-моему, сделать. Помощь запросить. Иди ты лесом. Погнали дальше. Мне не хватает сил для бега с этой штукой. Вот силы не хватает. Как только я качнусь, я сразу хочу качнуть силу. Мне-то сколько нужно опыта? 26 600, 28 400. Ну, надо пару тысяч опыта, ладно. Идешь? Так, ЭД со мной. Кстати, ты заметил, что противники ЭД теперь сгорают как-то этим? Это Нил, надеюсь, нет? Давай проверим. F5. Сраку прямо. Пофиг, дальше идет. Это не Нил был. Он не в броне. Просто ему крупным калибром прилетело по жопе. Он такой, продолжаем движение. Не обращаем внимания. А бронебойный что? ПУ, цели, урон. Давай бронебойным стрелять сейчас будем. Люди, общение, действие закончилось. Пойдем, будем срезать или пойдем по полной дороге, как думаешь? В прошлый раз, когда я срезал, куда-то пропал этот. Куда-то Бун пропал. Мне сейчас они нужны все. Мне сейчас нужны все ребята, поэтому я не буду. Так, я сохранил. Сохраненный опасен. Показалось, нет? Показалось, никого нет. А вот. Я мимо дал? Я не знаю, попал я по нему или нет. О, попал. С миниганом, класс. Это не миниган, это хуже! Это огнемет был. Бун живой, нормально. А все, прячь ты уже. А чё, что такое? У меня ноги сломались. Я не могу бегать. Ноги на месте. Я что залагал? Я нажал что-то, капслок нажал. Да, я капслок нажал, все. Капслок это типа зажатый этот. Медленный ход. Пробил броню, не пробил. Бум, прикрой меня. Бун, кстати, неплохо сражается. Ой, бля. Это Бун горит. Все было нормально. А я вот сейчас думаю, стоит ли вообще с собой таскать крупный калибр. Я заберу это. Ну, то есть, снайперка 308 калибра, она скорострельнее, я больше урона наношу. Так, парни, чего вы полезли в этот, в радиацию? Хотя давай насквозь пробежим просто и все. 4-5 радиации. Это что? А, бочка. Это просто бочка. У него миниган был, класс.
Так, слушай, я тебе скажу, сейчас удачнее идем. О, Бун взял миниган. Я надеюсь, он его не сменит. Дед Бун, ты чё? Достань миниган. Это же идеальное оружие сейчас. Побежали, пока он его не положил. Я сохранюсь даже в этот момент. Бун решил, что с миниганом круче, я с ним согласен. Ой, граната! А, это не граната, это камень был. Красава, Бун, просто супер! Я не могу миниганом пользоваться. Это была не граната, это был просто камень. А нет, граната, скорее всего. Чик-чик. Че, брать мне уже какой-нибудь, я не знаю, пулемет в руки, может быть? Сохранимся. Я потиху их всех расковыряю. Ну, сейчас такое арт-поддержка, это реально проще. Жалко, у меня нет гранат. Были бы гранаты, было бы еще круче. Бун, только не меняй, пожалуйста, миниган. Я тебя умоляю. Просто походи с ним. Я понимаю, ты снайпер, но ты почему-то его можешь таскать. А я не могу. Зачем? Сейчас... О-о-о-оп. Не, все-таки миниган. Хорош. Смотри, как он быстро выносит их. Песня, просто песня. Ой, бля. Там кто-то. Он убежал. Буду раз... Лучше развернись на технице. Положили, да. И Бун достал снайперку. Все. Халява кончилась. Сейчас будет опять тяжело. Почему у меня жизни не увеличились? Так, подожди секунду, помощь. Вот давай суперстимулятор. Бэнс. Происходит, блядь. Они убегают, уже второй убежал. На всякий случай сохранюсь, я не знаю. Я здесь находил что-нибудь, не помнишь? Сундук, ничего. Опа, средний. Тихо. 500 крышек, вау. Если мне удастся выбраться отсюда живыми, я однозначно уже немножко в плюсе. Ну не в плюсе, хотя бы отбиваю затраты на это мероприятие. Забирай, забирай, забирай. Миниган. Подожди, сила 10, а я вообще не могу взять миниган в руки тогда или что? О, видишь, не хватает силы, мне сейчас скажут. Вы слишком слабы. Не, радиопередатчик трогать не буду. В прошлый раз он крепление прислал сюда после этого радиопередатчика. Ой-ой-ой. Так, что-то это не выход какой-то. А попробуем дыхание дракона. Так, усиленный, пулевой, останавливающий. О, дыхание дракона. 14 патронов есть. Да. Блять, на перезарядке, сука, словил. Я нажимал таб, чтобы бахнуть стимулятора.
Ой, я, бля, еще внизу. Я же сохранялся наверху. Ладно, Бун, погнали. Это опять какой-то херовый заход. Серьезно, это опять какая-то хрень получается. Тут супермутантов просто ёбом. Ладно. Были бы хотя бы какие гранаты. Перезаряди винтовку, нет? 5. Какие у меня есть патроны, кстати, еще 308 калибра? Что у меня есть еще прикольные? Бронебойный и экспансивный. Урон увеличит. Ну ладно, давай. Попробуем экспансивными стрелять. Типа урон увеличенный по цели. Ну, как будто это тень. Да, это тень была. И, кстати, неплохо половину хп снял. А что, в голову попал? Ой, ты уже здесь. Очень быстро добежал он, если честно. Я как-то не ожидал этого. Так, ребята, вы же сидите внутри. Почему вас не видно через эти дырочки? А, и здесь не пробить. Ясно. Пока нога повреждена. Сейчас Буну вынесут, и мне все. И на этом мы закончим. Давай, Буна, отходи от поджога. Просто много их убежало почему-то. Чего они не напали на меня? Бун, да сколько можно? Вот зачем ты достал? Возьми миниган обратно в руки. Кувалда, кувалда. Ты понимаешь просто, насколько невыгодно сражаться с супермутантами? Дай мне крышки, пожалуйста, обратно. Ха, как в начале игры раздобыть 500 крышек? Очень простой способ. Всего лишь придите на гору Блэк и получите 10 секунд. А потом вы придете и поймете, что вы не можете сломать средний замок. Потому что сюда надо идти минимум под конец. Ой, он опять достал снайперку. Все, я... это звук разочарования. Это был выстрел разочарования, я тебе честно говорю. Ну, давай. А что я могу здесь бабахнуть еще всякого? Снятие зависимости, кошачье зрение, сопротивление урону, бамц. ОД, бамц. Уменьшение разброса, бамц. Мы сейчас зашаримся просто по полной программе. Где дробовик? Эти штуки, я надеюсь, будут долго действовать. Не могу взять. Почему? Потому что энергооружие 25 нужно. Кто, где, чего, когда. Все, мы сохранились и подбежали. Они решили вернуться теперь. Бун, бун, сзади. Company. Хорош. Теперь вперед бегим. Так, я сохранюсь еще раз. Опа, тень. Это же тень, да? Тень. Все, ты все. Еще не все, еще эти. Их тут несколько. Гидра действует. Да, у меня все действия позакончили. Это самый подходящий момент. Фу. Я перегружен, не могу бежать. Почему? Это, скорее всего, какой-то дебаф от этих, от препаратов. Да, я избавлюсь от зависимости, между прочим. Потом возьму целебный порошок и потом что-нибудь выброшу. Нахер иди. Я добрался до верха.
Нил, какой приятный сюрприз видеть тебя снова. Я готов начать, если мы оба готовы. Приступим. Вот мой план. Ворота в лагерь Табиты охраняются несколькими тенями, у всех устройства, делающих невидимыми. Я уведу их от ворот, скажу, что обнаружил чужака в деревне, а ты проскользнешь внутрь. Ладно, я могу этим воспользоваться. Удачи, она нам понадобится. Так я только что... Там нет теней, они все на меня напали, и вот они, мертвые лежат. Может, ты бы дальше со мной пошел? Нет, там же дальше еще кто-то есть. Будет смешно, если это были, типа, ну, вообще последние враги, которые... Я раньше времени пришел, походу. Он не успел врагов увести. Ладно, мы просто в наглую, в тупую, как обычно, зайдем туда. Просто зайдем и все. Я еще раз сохранюсь, да, пожалуйста. Нил, а я вообще, ну, помощник так себе. Вот из Нила помощник так себе. Ай, вон еще один. Я в последний момент понял, что это. Дай загрузку возьму. В последний момент, он когда на меня навелся и выстрелил, я понял, что это базука. Где моя крупнокалиберная? Где мой боезапас? Где мои разрывные? Вот это для него надо. Вот это для этого чувачка. Если, блин, надо было закупиться разрывными побольше. 3 патрона есть у меня разрывных еще. А, спокойно, это действие препаратов. Так, сохранился. Так, никуда. Мне, скорее всего, самое главное здание. Туда я пока не пойду. Пойдем в главное здание. Здесь антенна. Здесь, скорее всего, она сидит и вещает. Пускай мне препараты отпустят. Так, здесь никого нет. Гора Блэк. Не хочу взламывать. Так, мне Табиту нужно найти, правильно я понимаю? Простой. Мне нужно найти Табиту и завалить ее. По времени уже 57 минут. Ой-ой-ой, это мы уже вообще перебрали. А, так, на этом моменте серию заканчиваем. Следующий продолжим. Спасибо, что досмотрел до конца. Надеюсь, понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся, следи за моим каналом. В общем, много чего интересного. Счастливо, пока и до свидания.